Астанинский «Барыс» выиграл Кубок президента Казахстана. Хозяева арены в финале обыграли «Адмирал» из Владивостока. Итоговый счет встречи 3-2. Столичный клуб в четвертый раз становится обладателем данной награды. Победу астанчане оформили лишь в дополнительное время. Интрига в игре сохранялась вплоть до финальной сирены. Первый период встречи прошел без взятия ворот. Лишь в начале второй 20-минутки успешным взятием отличился капитан «Барыса» Брэндон Банченский. Но уже через несколько минут хоккеисты «Адмирала» сумели сравнять счет. В конце второго периода у обеих команд было по 2 очка. В составе столичного клуба отличился Евгений Рымарев, у «Адмирала» Константин Макаров. Обладатель Кубка главы государства определился в овертайме. Автором победной шайбы стал Роман Старченко.